Так, утро, завтрак. На завтрак вот такая вот пирог, такая вот лепеха. Как ее есть-то? И с чем она интересна? Блин, неудобная хрень такая. Яйцо. Лук. Сейчас немного кошки отломим, да. Да, яйцо с луком. Что съела, что ли? Опа. Продолжаем завтрак, чтобы посочнее было, повкуснее. Вот так вот и корочки помажем кабачковой. О. Так вообще все по-другому. Другой вкус приобретает. Сытный так-то пирог, хоть и небольшой такой, но... Так что чувствую, что я наемся с утра. А точнее, объемся. Включили ТикТок. Теперь чисто в YouTube вещаю. Это больше даже не пирог, а запеканка какая-то. Естественно, не я ее делал. Так что ем впервые. И корочки помажем. Икра, правда, так себе. Бывает и получше. Ну да ладно. Что есть, то есть. Тут кошка сидит, как коршун наблюдает. Когда же я дам кусок? Сейчас, подожди. Доем вот этот кусок. Сломлю тебе. Не дает пилить контент. Отвлекает постоянно.
реально сытная плюшка такая. Серьезно. Что, сметана, что ли? Или сыр? Сыр, по-моему, плавленый. Эти вот сырки. И корочки. И другое дело. Все. Официально заявляю, я наелся. Завтрак зашел на ура. Вот так.